Светлана Лобода, певица, знакомая зрителям, как экс-солистка знаменитой группы Viagra. Сейчас она выступает сольно. Кроме того, работает телеведущий, пишет тексты песен, выпускает дизайнерскую одежду. Уроженка Украины потеснила на российской сцене многих артистов. На концертах собирает стадионы, ее треки становятся лидерами по скачиванию. А клипы занимают первые места по количеству всевозможных просмотров. Одна из самых самобытных звезд, чья фамилия уже отдельный бренд – Лобода, родилась в Киеве под знаком зодиака Весы в семье инженеров 18 октября 1982 года. 38-летняя Светлана Лобода решила в этом году отвезти свою семью на море, но поскольку пандемия коронавируса до сих пор гуляет по миру, то певица для отдыха выбрала именно Дубай, посчитав, что там именно будет поспокойней. Лобода сняла на объектив свою маму в черном купальнике, где та продемонстрировала просто шикарную фигуру. Также на фото есть ее сестра, 28-летняя Ксения, которая с удовольствием пьет коктейль и загорает на солнышке. Все-таки красивая семья у звезды, не так ли? Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях.